В Шымкенте разговор между молодыми людьми перерос в драку. Разъяренных ребят на улице города заметили сотрудники, патрулировавшие улицу, и усадили в спецавтобус, после чего правонарушителей доставили в районный отдел полиции. Давай я подсниму. Доставленные в Абайский отдел полиции правонарушители написали объяснительное. В случае, если обнаружится, что правонарушители находились в состоянии алкогольного опьянения, их направят в отрезвитель. В результате несоблюдения дистанции произошло дорожно-транспортное происшествие сразу с участием четырех автомобилей. Водитель автомашины Daewoo Matiz тронулся на светофоре после того, как загорелся зеленый свет. Однако впереди стоящая машина решила совершить маневр влево. Водитель Матиза в этот момент был вынужден нажать акселератор тормоза, после чего почувствовал резкий удар. Два водителя остановились, но замыкающая автомашина «Мерседес» не успела остановиться и собрала в кучу все машины. На место происшествия прибыли сотрудники полиции. К счастью, никто из участников дорожного движения не пострадал. Автомашинам нанесен значительный материальный ущерб. Очередное дорожно-транспортное происшествие с участием четырех автомашин также было зарегистрировано ночью 15 августа по проспекту Турар-Рыскулова у рынка Евразия примерно в 11 часов ночи. Здесь столкнулись автомашины Ford, Mercedes, Volkswagen и Kia. К счастью, никто из участников дорожного движения не пострадал. Договориться между собой водители не смогли, после чего на место были вызваны сотрудники правоохранительных органов. В Туркестанской области полицейские задержали домушника, подозреваемого в серии краж. Так, в начале августа 2018 года в Арысский РУВД с заявлением обратилась жительница города Арысия о том, что в ее дом через окно проникли неизвестные лица и похитили дорогую шубу, золотые украшения и другие ценные вещи. Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшей, составила свыше миллиона тенге. Данный факт зарегистрировали в едином реестре досудебного расследования отдела полиции по статье «Кража». В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские Арысского РОВД задержали подозреваемого, раннего судимого, жителя Туркестанской области. Следствием установлено, что домушник оказался причастен более 15 фактам квартирных краж и скотокрадства. Общая же сумма ущерба, нанесенная потерпевшим, составила около 9 миллионов тенге. В настоящее время по фактам краж чужого имущества проводится досудебное расследование. Подозреваемый арестован. Полицейские выясняют причастность задержанного к совершению другим аналогичным преступлениям.